Уважаемые друзья, зрители и подписчики нашего канала, вот мы и вплотную приблизились к концу 2021 года. Что можно сказать про данный год? Год был интересный, насыщенный разными новыми событиями. Да, были трудности и сложности, которые мы смогли преодолеть, в том числе и благодаря вам. И прийти к новому 2022 году с новыми какими-то материалами, с новым подходом к нашему каналу. Что мы вам хотим пожелать в наступающем 2022 году? Ну, во-первых, мы вас всех хотим поздравить с новым 2022 годом. Во-вторых, пожелать крепкого здоровья вам и членам вашей семьи. В-третьих, вам всем удачных, красивых, волшебных новогодних праздников, хороших подарков, веселья и всего-всего, что мы можем вам пожелать с экранов наших мониторов, телефонов, планшетов и всего остального. Ну а теперь давайте, наверное, зачитаем небольшой стих в мототему. Пожелаем вам еще раз поздравим вас еще раз с Новым годом. Ну и откланяемся. Пусть друг железный в гараже, и снег на улице искрится, но драйв по-прежнему в душе, и мотоветер ночью снится. Пусть Новый год несет добро, удача будет непременно. Мороз, а на душе тепло, мотосезон навстречу мчится. Ребят, всех вас с наступающим новым 2022 годом. Всех вам благ, успехов и всего самого наилучшего в будущем году. Всем удачи и пока. Ах да, забыл самое главное, для чего мы, собственно, записывали данное поздравление. Сообщаем вам, что наш магазин, интернет-магазин, будет работать для вас 5 и 6 января 2022 года. Наши операторы выйдут и все ваши заявки, которые вы сделали в праздничные дни, обработают и отправят их вам. А с 10 января 2022 года мы выходим в обычном режиме на работу. Точно так же будут появляться новые ролики. И без проблем вы сможете снова нас лицезреть на нашем канале. С наступающим Новым годом! Пока!